С начала года управляющим компаниям было выдано более 330 предписаний, 90% из которых уже исполнено. Тех, кто исправлять ошибки не торопится, наказывают рублем. За 2022 год нами 139 административных дел рассмотрено. Общая сумма штрафов 5 миллионов 301 тысячи рублей. В отношении юридических лиц 81 постановление, в отношении должностных лиц 58 постановлений. Основная часть дел у нас за ненадлежащее содержание крыш, лестничных клеток, придомовых территорий, фасадов МКД. Еще одним вопросом совещания стал снос неиспользуемых домов. В этом году планируется демонтаж 35 зданий в 12 населенных пунктах области. Потратят на эти цели почти 13 миллионов рублей.